Сегодня праздничный концерт в честь тех, кто сам ежедневно своей работой создает праздник. 25 марта поздравления будут принимать все работники культуры. Я хочу сказать великое спасибо за труд всем, кто творит культуру на территории нашего района. Больших и малых сельских клубов, дома культуры, дворцах культуры, в школах искусств, в наших библиотеках. Дорогие друзья, с праздником вас, здоровья, новых творческих идей, благодарных зрителей. Почаще слышите слово спасибо и аплодисменты в свой адрес. Что хочу пожелать своим коллегам творческих успехов, здоровья, побед на всех фестивалях. Ну и всего самого, и процветания нашему родному Воскресенскому району. На праздничном концерте во Дворце культуры «Юбилейный» почетными грамотами был отмечен труд многих воскресенских работников культуры. А слова поздравлений в преддверии праздника звучали от глав сельских поселений, района и города. Я благодарю вас за вашу работу. Поздравляю вас с профессиональным праздником. И желаю вам благополучия, творческих успехов и удачи. Одни приходят в эту профессию уже в зрелом возрасте, другие с самого детства понимают, что танцевать, петь и дарить праздник другим – это их будущая профессия. Я с детства пою, институт, работа, да, все связано с пением. Люди из культуры – это люди общительные, добрые, отзывчивые. Я поздравляю всех с этим прекрасным праздником, желаю творческих успехов, новых идей, талантливых учеников и чтобы все ваши задумки свершались. Оставить все за спиной и быть самими собой на территории сердца. Дарить людям радость и создавать праздник. Те, кто решает связать свою жизнь с этой профессией, уже не уходят из нее. Их труд зачастую не всегда виден, но это не умаляет его значимости. С праздником вас, дорогие работники культуры! Мне хочется поздравить своих коллег с праздником, поблагодарить их за самоотверженный и высокопрофессиональный труд, пожелать им, чтобы всегда у них было счастье в доме, чтобы они радовали близких. Все, что было, все. Ольга Елена, Сергей Емельянов, «Воскресенские вести».